Здравствуйте, меня зовут Сергей Дорофеев, и я подготовил таких два тематических блока. Начну с работы ведущего в программах жанра «Хард-ток» – интервью. Я постараюсь, чтобы мой рассказ носил максимально прикладное значение. Я думаю, что это будет важно как раз для молодых журналистов, для студентов. Итак, останавливаюсь на интервью один на один. Зрителю только тогда будет интересна ваша беседа, когда это вот действительно будет беседа, разговор, а не сухие вопрос-ответ, работа только по бумаге, как это часто происходит. Ведущему при этом всем важно чувствовать грань. С одной стороны, самому участвовать в беседе, но с другой стороны, не доминировать во встрече, потому что в разговоре все-таки главный человек – это ваш герой. Об этом стоит помнить всегда. Но и плыть по течению ведущему – это тоже неправильно. Вот здесь нужно ловить постоянно эту золотую середину. Порой это сложно. До подготовки к конкретному эфиру стоит всегда задуматься, почему этот герой мне будет интересен. Почему этот герой будет интересен моей целевой аудитории? Каков портрет моей целевой аудитории? Кто эти люди? Каков их ценз состоятельности? Чем они занимаются? Еще важный пункт, о котором порой создатели программ забывают в отношении аудитории. Кем мой зритель, слушатель, читатель хочет казаться? На кого он хочет быть похожим? Когда телевидение стало конвейером, о таких простых вещах, как я говорю, стали порой забывать. И это непосредственно отражается на качестве конечного продукта. Если у вас появляются подозрения, что ваш герой, который вам невероятно интересен, но он вряд ли будет также интересен вашему зрителю, подумайте, каким образом этого человека или группу людей стоит представить своей аудитории. Например, вот такой случай был, я пригласил на программу «Портреты» Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича. Почему Кравчук интересен украинской аудитории, понятно. Но почему Шушкевич должен быть интересен украинскому зрителю? Промотировать свой эфир и в анонсе говорить о том, что мы расскажем о том, как разваливался Союз, это вряд ли кого-то заинтересует. Об этом уже много раз говорили. Тогда я сказал примерно следующее. Шушкевич – представитель белорусской оппозиции, а Беларусь сегодня для Украины – событийная модель. Все то, что происходит сегодня в Беларуси, может повториться и здесь, в Украине. Поэтому, если вам не безразлична судьба вашей страны, включите наше интервью, посмотрите. И желательно побудьте в нашей компании до конца эфира. Ну, смысл понятен. Резюмирую, то есть нужно найти тот поворот, то объяснение и представить его в начале эфира, которое оставит вашу аудиторию на кнопке. Если у вас, как ведущего автора, есть сомнения в том, что эти люди будут интересны зрителю. Подготовка к интервью. Обычно, готовясь к портретам, я прочитываю с десяток прежних интервью своих героев, просматриваю видео и, если есть аудиозаписи, скажем, выступления на радио, я также обращаю на них внимание. При этом я обращаю большое внимание не только на то, что говорит человек, но и на то, как он говорит, как он молчит, как он смотрит, какие у него есть средства убеждения. Я на это всегда обращаю большое внимание. И в свое время на стажировке в Чикаго меня очень заинтересовали такие понятия, как физика ведущего и физика собеседника. Вам, когда вы были в разные времена, то главой Нацбанка, то премьером, то президентом, взятки предлагали? Ну, откаты, как угодно это будет. Я бы, можливо... А вам самому приходилось когда-нибудь давать взятки? Не было. Ни разу? Ни разу. То есть даже сотруднику госавтоинспекции, если вас останавливали? У меня дружба с... Ну, я имею в виду до ваших постов, понятно, что... Нет. Ну да, хорошо. Виктор Андреевич пришел, занял свое место за столом в кресле, положил нога на ногу и соединил руки вот так вот в замок на столе. То есть таким образом это был двойной замок и руки... Положение и рук, и ног. Для меня это был ясный сигнал, что мне всячески нужно максимально быстро подобрать ключи к этим замкам. Ну, а для самого героя передачи это были
была такая привычная для него непроизвольная позиция. Но мне нужно было с ней как-то бороться. Как? Я себе сказал, у меня есть два варианта. Или начать с достаточно острых вопросов, которые будут провоцировать моего героя разомкнуть руки, начать жестикулировать активно, а значит, хотя бы чуть-чуть открыться. Или, наоборот, расслабить, расположить моего собеседника, но в тот же момент дать ему понять, что нужно работать по моему сценарию. Вот это такая психологическая игра, которая мне в интервью всегда интересна. И на нее очень живо реагирует аудитория. Сможешь ты, как интервьюер, это сделать? Хорошо. Не сможешь? Ну, значит, вот такой вот твой герой и останется. Некоторые советы. Я здесь себе представил достаточное количество, поэтому какие-то из них могут показаться вам очевидными. Хотя порой все самое очевидное, находясь в эфире, именно это очевидное и забывается. Во время эфира не лишним будет себе, как интервьюеру, задавать вопросы: а почему, собственно, этот герой мне все рассказывает? Не использует ли он меня и мою эфирную площадку в своих целях? Насколько мне важен этот источник информации? Не боюсь ли я его потерять? Одно из главных правил – стоит продумывать возможные ответы вашего собеседника, когда вы составляете тезисы, вопросы к интервью, когда готовитесь, продумывать ответы и уже в соответствии с ними писать эти вопросы. Иногда собеседник дает слишком короткие ответы, такие нервные, напряженные, или вовсе замолкает. Один из лучших способов – это также молчать, играть в его игру и спокойно смотреть ему в глаза. Это будет провоцировать вашего героя говорить больше, продолжать те мысли, которые он так намеренно формует. Используйте зеркальный принцип. Очень хороший прием. Порой повторяйте несколько последних слов собеседника. Это стимулирует человека говорить больше. И тем самым так легко, ненавязчиво дает понять вашему герою, что вы согласны с тем, что он говорит. Вы даже повторяете его слова. Вернусь к понятию физика ведущего. В течение беседы давайте понять своему герою, насколько важно и интересно вам, как интервьюеру, все то, что вам говорит собеседник. Для этого, например, если вы записывали, прекратите записывать. Если вы смотрели ему в глаза, а понимаете, что беседа начала идти не в том направлении, как вам хотелось бы, вы можете смело отвести на некоторое время взгляд. Чтобы остановить героя, вы можете поднять ручку. Это действенный способ. Показать ладонь. Всячески организовать небольшую такую трансляцию того, что между вами начинает появляться дистанция. Можете отклониться даже от собеседника. Это также будет для него ясный сигнал, который, может быть, он явно не прочитает, но я гарантирую, что почувствует. Куда-то мы не туда идем. Другое дело, насколько тактичен будет ваш собеседник, насколько он будет восприимчив к вашим сигналам. Вот тут уже зависит от конкретного человека.